Кто делал задание, у кого есть вопросы? Давайте с этого начнем. По первому заданию у кого есть вопросы? Просто оптимизировать его. Ну что, нет? Не показать, как делать. Ну что, молчите-то? Не стесняйтесь. Я сделала. Кто не сделал? Кто пытался, кто не сделал? Ну, значит, кто пытался, тот сделал, да? По второму заданию есть какие вопросы? А по третьему нашел решение? Вот этого. Да, решил. Решил? Сколько у тебя получилось? 233 184. У кого есть вопрос по домашнему заданию? Кто хоть что-то пытался сделать и не понял? Я сделал, я не знаю. С последним, да? Ну, последнее приложение, да, я его даже показывать не буду. Главный экран сделал. Ну, вот перерыв будет, давайте Миша вам мастер-класс покажет, потому что, я так понял, один-единственный человек. Мастер-класс. Он просто сделал, он потом разберем. Третье задание кто сделал? Или кто-то пытался? Ты сделал? Получилось? А кто пытался, кого не получилось? Кость, ты пытался? Нет, не дошел. Не дошел, да? А на второе сделал? Второе задание нет, сделал? Домашнее ты не дошел. Это не дошел до домашнего. Ну ладно, тогда будут вопросы, и что подходите. Так, чего мы сегодня начинаем наше занятие? На прошлом занятии мы начали проходить методы. Но мы не затронули такую тему, как перегрузка методов. Мы немножко ее коснулись, но не до конца. Что такое перегрузка методов? Это когда мы создаем метод с именем, и потом в него загоняем разные аргументы или параметры по-другому. Давайте я вам пример покажу, который мы используем вообще повсеместно. Это консоль WriteLine. Видите, мы сейчас ничего вообще в параметры не передали, но он даже не ругается. Сейчас я напишу, чтобы он не скрывался. Потом я могу написать console.writeLine, загнать сюда integer, и он опять же не ругается. Я могу сюда написать console.writeLine и передать сюда строку. И он опять не ругается. Почему? Потому что этот метод WriteLine, он весь перегружен. Метод. Там написано кучу, прям очень много методов, которые принимают разные значения. И это как раз называется перегрузка методов. Давайте на примере напишем, посмотрим и создадим свой метод перегруженный. Создадим обычный метод, который принимает строку и выводит ее в консоль. Возвращать он ничего не будет. Мы создали наш первый метод, который вообще ничего не принимает, естественно, ему и показывать нечего. Создадим другой метод. Точно с таким же именем. Только его уже мы начинаем перегружать. В чем разница? Видите, мы по сути создали два одинаковых метода, которые называются одинаково, но в первом случае он ничего не принимает и показывает сообщение, а во втором случае он принимает параметр string и выводит это сообщение. Что будет, если мы попытаемся создать еще точно такой же метод?
передадим в него стринг, но с другим сообщением. А вот теперь уже компилятор начинает у нас возникать. Что-то его не устраивает. Давайте посмотрим, наведем на ошибку и посмотрим, что ему не нравится. И вот у нас всплыла такая ошибочка, которая говорит, что уже создан метод, который принимает параметр string. Это значит, что перегрузка методов может происходить... Как по-другому сказать? Мы можем... Если мы перегружаем метод, мы можем только один раз использовать один тип данных. То есть мы не можем другой же метод создать и опять туда строку засунуть. Потому что у нас уже есть метод, который принимает строка. Нам нужно что-то другое сделать. Например, придать еще одну строку. И все, и теперь наш компилятор счастлив. Как это может на практике использоваться? Например, у нас может быть класс написан, и в нем есть метод. Давайте вот эти два оставим. В нем есть эти два метода. Из одного места программа... У нас есть два места, две точки входа, которые используют этот метод, которые хотят написать какое-то сообщение. Только из одного места программа у нас вызывает и передает только одно сообщение как параметр, а из другого места у нас программа вызывает этот метод и передает два сообщения как параметра. То есть, по сути, это одно и то же. Мы вызываем один и тот же метод, просто его перегружаем по-разному. Это называется перегрузка методов. Что-нибудь понятно? Где это используется? Как это может использоваться? Я только что показывал console.writeline. Мы можем ничего сюда не писать. Вот писать, что writeline – это и есть метод, который за нас уже написали в .NET. Вспоминаю, что такое .NET – это библиотека классов, которая уже написана за нас. Угу. Вот это есть, вот есть метод writeline. Сейчас я его вот сюда поставлю. Помним, я это делал, чтобы просто наша программа не закрывалась. Я запускаю. Он ничего не написал. Естественно, потому что мы ему ничего не передали. Если посмотреть на нашем примере, это то же самое, что show message. Да? Потом мы можем сюда передать какое-нибудь сообщение. Не сюда. Че, куда я стал? Запустим. По сути, мы вызвали тот же самый метод, только уже передали ему параметр. И там, вот в этой вот библиотеке файлов, которую мы вызвали, это уже не тот же самый метод. У него просто то же самое имя. На самом деле это другой. В нашем случае это вот так вот. В первом примере мы вызвали этот метод, во втором случае мы вызвали вот примерно вот что-то такое. Мы также можем сюда передать integer, и он опять его покажет, потому что там написан примерно такой же метод. По сути, то же самое. Перегружать мы можем как угодно, сколько угодно, до тех пор, пока у нас принимаемые аргументы разные. И до тех пор, пока у нас возврат идет тоже разный. То есть мы можем написать show message так. Он начинает ругаться. А если мы попробуем int возвратить? Видите, он тоже ругается, потому что мы уже принимаем в параметрах такой аргумент int. Вот это самое главное. Нужно запомнить, что в методы мы можем передавать аргументы разные. Мы не можем создать два метода, которые принимают один и тот же аргумент. То есть то, что здесь текст написано, а то, что здесь написано message, это просто имя, которое мы дали нашей переменной. Роль не играет. Мы все равно передаем тип данных. И эта перегрузка опирается на тип данных в первую очередь. Если пример показать, давайте я вам какой-нибудь пример покажу из реальной жизни. Стал пониманию приходить, что такое перезагрузка методов?
сложно взрывного. Угу. Сейчас, может быть, я покажу на примере из реальной жизни, и станет что-то понятнее немного. Загрузилось у нас приложение. Давайте попробуем найти какой-нибудь пример. Здесь мы его искать не будем. Здесь тоже не будем. Поищем его где-нибудь вот здесь вот. Здесь я вам тоже ничего не найду. Не, запутано, не покажу. В общем, если еще раз вкратце, что такое перегрузка методов. Вот у нас два разных места нашей программы. Вот, например, мы писали приложение, которое ты написал, да, викторина вот это. У нас может быть одна страница, может быть другая страница. И каждая страница хочет показать сообщение, либо сделать подсчет правильных ответов, да. Из одного места мы передаем одни параметры, например, мы передаем 5 ответов, а на другой странице у нас было всего 4 вопроса. Поэтому мы передаем нашему методу 4 ответа. То есть, по сути, мы вызываем один и тот же метод, с одним и тем же названием, почитать правильные результаты, да? Только в одном случае мы передаем 5 параметров, в другом случае мы передаем 4 параметра. В реалиях это два разных метода, который в первом случае он подсчитывает, основываясь на 5, в другом случае он подсчитывает на 4. А нам, я говорю, той странице, которая вызвала этот метод, совершенно без разницы, что там их 2, они просто вызвали этот метод. Это ясно? Отлично. Жень? Да это надо смотреть. Ну и вообще в общих чертах ясно. То есть это вообще весь абстрактный смысл вот этого всего. Абстрактный смысл этого всего. Давай, может быть, что-нибудь придумаем тогда из нашего VPF-приложения. Может, во второй части что-нибудь попишем такое тогда, чтобы уже попрактиковаться. И знаете, что я думал? Есть те, у кого есть проблемы с пониманием вот первого занятия и второго занятия? У тебя? Никит, у тебя, да? Костя, у тебя есть? Понимания нет, надо знать циклы. Непонятно. А Сеня, у тебя? Подзабыл, да? Смотрите, я что могу предложить. Например, встретиться в субботу или в какой-нибудь другой день на часик, на два. Можно. И вот, например, первое и второе занятие просто посидеть вот так вот прям. Не то, что даже повторить, а я прям разжую вам так, что просто невозможно. Можно. Нормально? Да. Какой день? Мне без разницы, я субботу тебе как? Вторая половина. Ты тоже говоришь про вторую половину, да? У меня суббота и воскресенье вообще не получится. А, не получится, да? Я, может, и пятницу посмотрю. А пятница как? Нормально. Подойдет тебе как пятница? Могу. День часиков 5-6. Ну, 6, давайте в пятницу. Ты как, ты придешь? Ну, все, давайте. Это... У тебя понимание с первым и вторым занятием? Немного есть. С чем именно? Не знаю, я так и не скажу сразу. Ну, давай.
Ну, цикл я понимаю. Цикл понимаешь, да? Просто вот сам код я иногда путаю, чуть-чуть писать. А, ну это нормально. Ну, помню, мы код пишем внутри методов. Мы спускаемся вниже, ниже, ниже. Если цикл, мы уже внутри цикла пишем. Понятно. А что? Просто записывать. То, что будет в субботу? Да, запишу. В пятницу. Да, в пятницу. Придешь? Ну все, давайте тогда в пятницу. Мы прямо с самого начала еще раз часик-два потратим на то, чтобы разобрать. На прошлом занятии мы еще проходили циклы. Напомните мне, какие мы проходили циклы. Foi, for each. А еще есть два цикла других, которые называются while и do while. Кто-то знаком, да? Что такое цикл while? Если дословно перевести, то получается, пока. Ну, не как пока, до свидания, а пока до тех пор. И используется он в тех случаях, что когда до тех пор, пока условие в наших скобочках правда, он будет выполняться. Как только условие нарушено, мы сразу же выходим. Это как Паскаль, что ли? Ну, я Паскаль не знаю. Во всех языках программирования while, for each и for это одно и то же. Ясно, да? То есть мы задаем условия, и до тех пор, пока оно крутится, пока оно верно, мы будем выполнять наш код. Все помнят вывод в консоли от 1 до 5. Вернее, от 0 до 4. То есть вот наш код, который просто выводит цифры, числа, в консоль и пишет 0, 1, 2, 3, 4. Да? Давайте попробуем написать этот же код, просто используя while. Начинается так вот, while, скобочки. Нам нужно, правда, создать сначала переменную. Что я пишу? B. Да. Ты пишешь не в main просто. Да. Не в main. А, я не в main пишу. Я думаю, что все подчеркивается. То есть вот тот же самый код, который выводит 0, 1, 2, 3, 4. Да. В консоль, только используя while. Читаем. Мы сначала создали нашу переменную integer равную 0. И дальше мы загоняем в условие while, пишем до тех пор, пока наше b, которое с самого начала равняется нулю, пиши console.writeline. Единственное, что мы забыли, это b++ написать. b++ понятно, что такое? Мы просто увеличиваем на одну единицу. То есть инициализировать уже нельзя переменную в цикле самого скобочка. Мы это делали, допустим, в форе. Int i равно. Тебя никто не останавливает от того, чтобы ты попробовала. Запомни, в программировании вот наш компилятор, который компилирует наше приложение, естественно, в моменте программирования он нам показывает ошибки. Это как объяснить? В программировании идет вечная война программиста и компилятора. Задача программиста, как говорится, удовлетворить компилятор, чтобы ему было хорошо, чтобы он ни на что не ругался. Если он только что-то начинает подчеркивать, значит, ты тоже что-то делаешь не так. Если он ничего не подчеркивает, значит, все хорошо. В данном случае мы попробовали также написать, видишь, он ругается, значит, так нельзя делать. Там нельзя потом точку запятой поставить, потом а и меньше. Нельзя while скобка писать, или b равно нулю, точка запятая b меньше 5. While b равно нулю? Да, точка запятая b меньше 5. Синтаксис такой не поддерживает C-Sharp, точка запятая while. В C++ так можно? C++, по-моему, вообще не подчеркивает ошибки. А, он не подчеркивает вам ошибки? Не кажется. Но мы просто не в Visual Studio писали. Да, должно подчеркивать.
общем, в while у нас может быть только условие. То есть до тех пор, пока у нас b будет меньше 5, первый раз он 0, 0 меньше 5, правда, мы заходим внутрь нашего цикла. Второй раз 1 меньше 5, верно, мы заходим. Как только будет 5, 5 уже не меньше 5, уже условие нарушено, и мы уже выходим. С while понятно? Жень? Да. То есть, раз пример и два пример, одно и то же. Только записано по-разному, использовать можно... Что я бы еще вам показать? Можно, например, нагнуть систему. Какие-нибудь варианты есть ответа, что тут будет происходить? Постоянно будет. Вопрос без остановки будет выводить hello. Давайте посмотрим. И все, программа у нас без остановки идет. Потом она, конечно, упадет из-за того, что переполнение стека происходит, но все же. С while понятно? Да. И последний наш цикл, который у нас есть, это do while. Чем он отличается от while? Он отличается тем, что условие должно быть выполнено хотя бы один раз. Если в while мы задаем наши условия и идем внутрь цикла, если условие правда, оно ведь может оказаться с самого начала неправда, мы туда не зайдем. Do while гарантирует нам то, что наш цикл, наши условия, то, что мы хотим выполнить, выполнится хотя бы один раз. Синтаксис такой. Так, я ничего еще не забыл вам показать-то. А ты попросил ее что-нибудь вывести? Я все списал в точку. Валер, глянь на нее, пожалуйста. Непонятно? Сейчас я покажу тогда всем, что ты сделал. Вот так ты, по-моему, сделал, да? Ну, просто компилятор немножко тупанул. Вроде и не начал ругаться, потому что точка запятой как бы говорит нам, что предложение закончено, что код закончен, но... До конца не собрали, что ты имел в виду. Здесь точка запятой не нужна. Понял, да? Так, мы остановились на do while. Вот самый простой пример. Такая небольшая игра. Угадай цифру называется.
Вот последний четырех цикл, который называется do while. Как я уже говорил, что код, который мы хотим выполнить хотя бы один раз, независимо от того, верно наши условия или нет. Что делает данная программа? Она инициализирует переменную под названием number, да, и присваивает ей значение 0, наше начало программы. И потом мы идем дальше. Говорим, do, покажи строчку, независимо от того, что происходит. Покажи ее первый раз, угадай число. И дальше мы просто присваиваем number то, что ввели. И до тех пор, пока введенное значение не будет равно 5, мы будем показывать вот это сообщение. Предположи число. Давайте проверим. Представим, что мы игрок. Мы пытаемся какую-нибудь игру играем и пытаемся предположить число. 1. Неправильно. Он сработал еще раз. Условие не выполнено. 2. Не. 3. Будь здорово. Не. 4. Не. И наш цикл крутится, потому что все условия. Напомню я вам, что за условие там было. Number не равно 5. То есть мы 4. 4 не равен 5. Верно. Повторяем наш цикл. 6. 6 не равно 5. Повторяем цикл. 7. Повторяем цикл. 5. Все, наша программа вышла. Давайте попробуем вот так вот. Один, три, два, пять. Поняли, да? Мы его крутим до тех пор. Первый раз выполняем, и потом уже начинаем проверять. Если условия не равняются true, еще раз, до тех пор, пока наши условия не выйдет. Вот четыре цикла. Самое используемое – это for each и for. While использует я лично реже. Do while, даже не помню, когда я последний раз использовал. Это про циклы. Дальше я хотел бы... Так. А, еще про циклы мы не закончили, если честно. Я говорил про break и continue? Нет? В кейсе, да. А еще у нас могут быть в циклах break и continue. Давайте создадим массив, чтобы показать вам пример. Неважно какой, без разницы. Я думаю, теперь всем понятно, что тут написано, да? Мы создали массив int of, и, используя цикл for each, мы начинаем прогонять наше каждое значение. Из нашего массива вытаскиваем по одному наше значение и сравниваем, если оно равно 5. Да? У нас есть в нашем массиве 5. Наша задача этого кода просто найти 5. То есть он первый раз прокрутит, один найдет, два, потом найдет 4, 6, 7, 8, 2, и вот потом он уже найдет 5. После того, как мы нашли 5, нам имеет смысл идти дальше? Нет, наша ведь задача была найти пятерку. Пятерку нашли, мы просто называем break, и он выходит. Давайте проверим. Даже уменьшим его. Поставлю точку остановки, чтобы смотреть, что происходит с нашей программой. И пошли. Вот мы вытащили первый элемент, равняется единице. Единица равняется 5? Не, пошли второй раз. Двойка также не равняется.
И вот в третьем случае у нас уже пятерка. Если бы у нас не было брейка, он просто бы пошел еще в следующий раз. Но так как мы поставили брейк, он сразу же вышел из цикла. Естественно? Иногда нам просто уже не имеет смысла продолжать идти через цикл, так как мы уже нашли наше значение, которое нас интересует. И мы просто выходим. Это брейк. И еще есть у нас continue. Как бы пример показать. Что делает continue? Вот если посмотреть на этот код без continue, что он будет делать? Мы также создали массив. Циклом for each пошли, вытаскиваем каждый элемент массива и сначала сравниваем. Если это не равно 5, мы пишем, что он не 5. Но так как у нас else if стоит, то мы еще и дальше пойдем сравнивать на другое значение. Но это же уже не 5. Смысл нам дальше идти сравнивать? Мы, конечно, можем написать else, но бывают случаи, когда это не наш случай. И мы просто ставим continue. Мы 5 не нашли, дальше идти не надо. Иди на следующий оборот цикла. Давайте я поставлю 6. Сначала без continue попробуем. Первый раз. Не равно 6. Он пошел дальше. Пошел дальше. If нам равно 6. Что будет, если я поставлю continue? Конечно, какой-то пример не очень хороший, потому что по нему не видно. Наоборот, сделаем. А можно и if. Просто пытаюсь придумать пример для continue. В каком случае... Видишь, он дальше не пошел. Так как мы уже нашли единицу, нам дальше идти по ходу нашего кода не имеет смысла, и мы просто выходим из данного оборота. А вот теперь пошли дальше. 3. Проверил, дальше пошел. Смысл понятен, да? Mm-hmm. То есть нам иногда не имеет не имеет смысла, зачем нам идти дальше, если мы не нашли нашего значения. А какой-то еще код есть внизу. То мы просто вызываем continue в каком-то месте, и он выходит из этого оборота. Вот это вот break и continue. Я думаю, мы тогда закончили с нашими циклами. И дальше я хотел бы поговорить про работу со строками. Потому что это очень важно. Вообще в любой программе, в любых случаях мы работаем со строками. Мы спрашиваем имя пользователя при регистрации. К нам приходит строка. Мы спрашиваем их пароль.
также приходит в виде строки email, строка. Мы работаем в каком-нибудь задачнике. Да, создаем задачу и даем ей описание. Это строка. Нам строки нужно обрезать. Нам нужно подсчитывать их длину. Например, превьюшки делать. Вот есть большой текст. Мы же не можем большой текст сразу же показать пользователю. Что если там трехтомник какой-нибудь, да? Мы делаем превьюшку каким-нибудь, обрезаем первые 100 символов и их уже показываем. Это тоже работа со строками. Поэтому давайте создадим строку. Назовем ее message. И напишем в ней что-нибудь. Даже не знаю, что написать, что-нибудь подлиннее. Какое-нибудь сообщение взять подлиннее. Кстати, кто английский знает, очень классный сайт OpenAI называется. Слышал кто-нибудь? Нет? А искусственным интеллектом кто-нибудь интересуется? Да? А английский как тебе? В общем, OpenAI это такой... Интернет работает? Да. Ссылку-то? Да. А, я потом положу, да. Нет, сейчас, чтобы скопировать, не перепустить. А, ну давайте. Да я без разницы, можете написать что угодно вообще. Я же хотел какое-нибудь осмысленное. Давайте создадим занятие 3. Можете скопировать отсюда. В общем, OpenAI не закончил чем говорить, что такое, если интересно. Команда людей, богатых, собралась, инвестировала кучу денег, отдала их ученым для того, чтобы они занимались разработками искусственного интеллекта. Илон Маск, знаешь, кто такой? Илон Маск, Apple, Microsoft. Все эти ребята собрались, собрали там по несколько сотен миллионов долларов, отдали каким-то ученым, заперли их, грубо говоря, в лаборатории, и вот они сидят и исследуют. Если посмотреть, что они там делают. Ну, видите, про Dota 2 они что-то там исследуют. Ну, видите, бот плейн, там разрабатывают ботов, которые играют. Очень интересно. Конечно, все по-английски. Сейчас что-нибудь еще показать. В общем, проводят разные исследования, как они разные точки обучают, создают там одну красную точку, другую черную точку, и, например, черная точка догоняет красную, красная должна убежать. И вот они там обучают их, красная становится умнее, черная становится умнее, там используют разные приемы. Очень интересный ресурс. Так, мы остановились на нашем... Первое, что мы можем узнать у наших строк, это длину. Как это сделать? Длина — это, наверное, int тип данных, правильно? Помни наш оператор точку, который дает доступ ко всему доступному. Вот начинаем L, длина. И все, мы знаем теперь нашу длину. Давайте проверим. Это запустил. Сорок семь символов. Похоже? Вроде как похоже. Я думаю, считать не будем, проверять. Я просто поверю. Я знаю, что там 47. Это длина. Что еще можем сделать? Иногда нам нужно.
может понадобиться перевести вообще всю строку в верхний регистр. Бывают случаи, да? Ну, вот вы карточкой расплачиваетесь, там все имена в верхнем регистре, да? Что мы делаем? Нужно это удалить. Message. Точка. To. Вроде так. To upper. Если я не ошибаюсь, да. По сути, если понимаете английский, что такое to upper, тут все понятно. Берем сообщение и делаем вот to upper наверх. И у нас каждый символ становится заглавным. Проверим. Easy. Понятно, почему я здесь пишу message to upper? Потому что это какой-то метод, который называется writeline, и мы ему просто передаем значение. Ясно? Жень? Но мы можем вот так вот сделать. String to upper. Вот первая строка понятна? Да. Мы создали строчку, загнали туда какое-то значение. Следующей строчкой мы создаем новую переменную. Новую переменную. И этой переменной присваиваем значение вот этой строки только в верхнем регистре. То есть у нас и маленькой становится и большой, r маленькой становится r большой. Понятно, да? Ну и здесь я просто показываю, что у нас получилось. Иногда нам нужно наоборот. Сделать все маленьким. Давайте я вот это сделал большой. Например, большой. Кто-нибудь подскажет мне, что искать? Конечно. Просто. Теперь все маленькое стало. Что у нас дальше есть? У нас может быть вот такая строка. По сути, как бы строка, но там ничего нету. Но нам нужно проверить, является строка пустой или нет. Можно, конечно, сделать так. If message равно пустая строка, и дальше мы делаем все, что хотим с этим, да? Вернее, не равно. То есть, если наша строка не пустая, то мы заходим в глубину нашего кода. Но как-то не очень. Для этого для нас уже изобрели такая штука, такой помощник для нашего. If not string is null empty, и передаем сюда. Что тут происходит? Мы говорим, строка, проверь нам следующую строку на то, не является ли она нулом, либо не пустая ли она. Понятно, что тут написано, да? Иногда у нас бывает такая строка. Бывает и такое, да? Могли бы нам что-нибудь прислать, просто поставить пробел, и к нам пришла строка, которая просто... Ну да, она не пустая, но для нас она пустая. Как нам, как пользователю, кажется, что она пустая, но реально пришел пробел. Это символ, по сути. То есть мы можем точно так же проверить. Из... Null white space. White space, понятно, что такое пробел? Точно так же проверяет, строка не является ли нулом, либо не white space, там, либо не ввели там пробел. Вот так вот. Да. И то нельзя. Нет такого метода, который проверяет и на null, и на white space, и на empty. Потому что empty и white space — это совершенно разные вещи. Можно вот так вот. В данном случае мы проверяем на null, на пустоту
и на введенный пробел. Дальше что мы можем делать со строками? Представьте, мы разрабатываем какой-нибудь сервис, который принимает email пользователя при регистрации, да? Пользователь может нам ввести что-нибудь такое? text@text.com. Обычный email, да? Но в конце они поставили опять же пробел. По сути, они чисто случайно поставили, но вот это и вот это совершенно разные строки. И нам нужно каким-то образом убедиться, что то, что нам ввели, не содержит пробелов. Делается также очень просто. .trim. Trim означает, что удали всю пустоту сначала и всю пустоту с конца. Если мы сейчас проверим. Хотя, наверное, в консоли мы ничего не заметим. Нет, в консоли нам ничего не заметно. А если мы в самом начале добавим пробелы? Ну, давай вот здесь. Правильно, в самом начале, в самом конце. Поставим точку остановки. Видишь, какой у нас месседж, да? В начале, пустой в начале и в конце. Прогоним его через trim и получаем чистую строку без каких-либо пробелов. Иногда нам не нужно отсекать с самого начала или с конца. Для этого у нас есть trim end, значит убрать все с конца, либо trim start, почистить все сначала. Если мы используем trim start, и у нас здесь пустота и в конце пустота, и прогоним через наш метод. Посмотрим, что получится. Видишь, в начале ничего нету, а в конце что-то есть. Это вот trim. Очень полезный при работе с паролями, с имейлами, при регистрации. Так, дальше. Что у нас есть? Иногда нам нужно узнать, содержит ли наша строка какую-нибудь подстроку. Мы хотим проверить, содержит ли строка where leading an algorithm which accounts for, содержит ли данное сообщение, например, слово which. Если содержит, нам нужно какие-то операции сделать. Как это выглядит? If message содержит по-английски как будет? Contains. Видишь, у нас даже есть уже все готово. Contains. И мы сюда просто загоняем, например, which. Contains возвращает либо true, либо false. Либо содержит, либо не содержит. Так все просто. Где это можно использовать? Да везде, где угодно. А, дальше наша логика. Например, мы хотим... Сейчас я к этому вернусь. Мы хотим заменить which на какое-нибудь другое слово. Да? Мы сначала проверим, например, содержит ли данная строка то слово, которое мы хотим заменить. Например, which. И если он нам возвращает true, то мы можем сделать что-то такое. Message равно message точка replace. И replace — это метод, который принимает два параметра. То, что мы хотим изменить, на то, что мы хотим с на. Первое. Это which. И после запятой мы ставим то, на что мы хотим заменить. Раз, два, три. Проверим. После if, ну, там написать, тогда не заменяем.
А мы, например, хотим только выполнить, если есть. Ты имеешь в виду else поставить? Да, что-нибудь такое напишем. Else. Он на выводе просто сообщение not found, да? Вот мы создали нашу строку. Поставили точку остановки и пошли дальше. Проверяем, содержит ли наша строка слово which. Да, содержит. И дальше мы просто заменяем наше... Делаем наше же сообщение, приравниваем тому на результат того, что мы сделаем. И выводим это в консоль. Видите, which пропало, 1, 2, 3, 4 появилось. Это называется replace. Можно и без if, можно просто оставить. Если нашли, значит заменили. Если не нашли, то ничего и не произошло. Например, если я сюда какой-нибудь что-нибудь загоню и скажу замени на 1, 2, 3, 4 и попробую это запустить. Ничего не произойдет, потому что мы вот эту левую часть не нашли, нам ее не на что вообще заменять. Это replace и contains. А, то есть можно if не писать. Можно if и не писать, да. Contains просто возвращает либо true, либо false. Ну вот если пример какой-нибудь привести, давай, может я найду что-нибудь здесь. Ну, смотри, сколько у нас нашло контейнеров. Вот, самый простой пример. Наша программа мультиязычная. На русском и на английском языке. Как язык определяется? Из браузера, браузер, в котором ты работаешь, уже содержит языки. То есть либо русский, либо английский, там написано либо ru-ru, либо in-in. И ты делаешь запрос на сервер с браузера. Хедеры, знаешь, что такое? Ну, мы это пройдем. Ты знаешь, что такое хедеры? Это такая информация, которая еще отправляется на сервер, помимо того, что ты отправил. Информация о браузере, версии браузера, по-моему, версия OS, Windows или Mac. Это все автоматически отправляется. И вместе с этим в хедерах еще отправляется твой язык. И я на сервере, будучи на сервере, пишу логику. Если в хедерах пришел язык, который contains ru, значит, у тебя язык русский. Если он contains in, значит, у тебя в браузере язык английский, я тебе просто буду отдавать уже английские сообщения. Вот простой пример contains. Вот второй пример. Плохой пример. А, нет, почему? Хороший. Мы в нашей системе, которую я пишу, используем два разных хранилища. Одно локальное, одно в облаке. Понятно, да? Можно где-нибудь у меня на жестком диске файлы хранить, а можно где-нибудь... Наше облако, где мы храним данные, там у нее адрес www.microsoft.azure.com, вот такой вот, да? И мы просто сравниваем, мы хотим отдать файл, и мы сравним, если адрес, ссылка на файл содержит вот этот Azure, вот это слово, это значит, наш файл хранится в облаке. В противном случае он хранится на нашем сервере. И мы уже if contains, если он в облаке, мы запрашиваем наш файл из облака, в противном случае мы запрашиваем наш файл с локального хранилища. Это две разные логики. И какой-нибудь еще пример. Закомменчено. Вот, у нас есть такие ключевые комментарии. Комментарии отмены исполнителя. Вот, например, если в комментарии пришло такое-то, делаем то-то. Если комментарий отклонения, вот если пришло такое-то, значит мы другую логику реализуем. Что-нибудь еще показать из контейнса. Ну вот, понятно? С HTML кто знаком? Хоть немножко. С HTML. Ну, я думаю, понятно. Ну, какая-то строка.
мы сравниваем, если значение, которое к нам пришло, содержит вот это, либо содержит вот это, значит, мы что-то делаем. Если не содержит, мы ничего не делаем. Вот это и есть contains replace. Используется вообще везде. И очень часто. Я думаю, в будущем вы столкнетесь с этим. Или в базах данных. Мы вот в следующем блоке будем изучать базы данных. И мы, например, создаем описание автомобиля, либо имя автомобиля. Заносим нашу базу данных. И мы можем найти наш автомобиль, например, по строкам. Если, например, в нашей базе данных есть автомобиль, который, например, содержит Lada, contains, или там какой-нибудь Audi, значит, возвращай нам результат. Если не содержит, не возвращай. Это вот есть contains replace. Так, дальше, что мы можем сделать со строками еще? Это проверить, с чего они начинаются, либо с чего они заканчиваются. Ух ты, я что пропустил-то еще? Ладно. If message. Напишем. Здесь мы проверяем, если наша строка начинается с we. Какие-нибудь примеры жизни можете привести, когда нам нужно проверить? Ну, например, у нас самый небезопасный, самый неправильный пример, который мне только что пришел в голову, это, например, админка. У нас у каждого веб-сайта нормального должна быть часть, за которую отвечает только администратор. Вот мы создаем интернет-магазин, у нас есть часть, которая видна всем пользователям, они могут покупать товары, добавлять их в корзину, а кто их добавляет? Админы, да? И обычный пользователь не может доступ иметь? Нет. И чтобы админу зайти и иметь возможность, ему нужно, например, зарегистрироваться. А все у нас админы, например, в нашей компании начинаются с админ. Там админ 1, админ 2, 1, 3, там собака, название компании, .com. И мы, например, можем проверить. Если твой email начинается с админ, значит, ты админ. Я, конечно, не рекомендую так делать, потому что это очень небезопасно, но так, пример. И вот давайте проверим. Как вы думаете, выполнится ли у нас условие? Здесь имеет значение? Давайте посмотрим. Не, а почему? Потому что вот здесь вот верхний регистр, вот тут вот нижний. Понятно, да? И теперь вспоминаем, а как нам проверить-то? Вдруг кто-то написал в верхнем регистре, кто-то в нижнем. Нам сначала нужно наше сообщение привести к нижнему, и вот только потом уже проверить. Сейчас выполнится? Все верно, выполнилось. То же самое можем проверить. Ends with. То же самое, что и начинается, только наоборот. В первом случае мы сравнивали начало строки, в этом случае в конец. Например, нам какой-нибудь в наш сервис отправляет ссылку на сайт, и мы пропускаем только ссылки, которые содержат .com, либо .ru. Да, мы вот так вот проверим. Если ссылку на сайт, который нам отправили, содержит .com, значит, мы что-нибудь делаем дальше. Да? Если когда-нибудь покупали доменные имена, кто-нибудь пробовал покупать вы вдвоем, да? То есть на каком сервисе? Regru или GoDaddy? GoDaddy, да? Ну, например, Regru тоже наш российский сервис, который подает доменные имена. У него можно купить имя, которое заканчивается на ru, либо имя, которое заканчивается на com. Поэтому если я ему напишу, например, имя сайта .ai или .io, есть же такие расширения, да, или там, я не знаю, im.uk, что Великобритания, он сделал так, ends with com, да, нет,
Если нет, мы просто выдаем сообщение, что мы такие имена не продаем. Содержит, то мы уже показываем сообщение, например, о цене. То есть вот самый простой пример. Так, что еще? Конкатенацию, я думаю, мы уже проходили. Да? Чтобы соединить нам вот эти две строки, мы просто делаем. Я думаю, тут всем понятно. Мы просто взяли первую строку, взяли вторую строку и соединили их, вывели. Сейчас мы к этому еще попозже вернемся, к конкатенации. Дальше смотрим. Вот мы выводим это сообщение. А, я его и не вывел. Оно у нас, в принципе, не такое длинное. А что у нас, если сообщение наше, наша строка очень длинная? Мы, наверное, хотим что-то перенести на следующую строку. И я немножко оборву свою мысль и расскажу про другое. Все наши строчки пишутся в кавычках, вот таких, да, в двойных. А что, если нам нужно написать что-то внутри наших строки и взять это в двойные кавычки? Мы попробуем взять слово «алгоритм» в кавычки. И все. Не, мы хотим в двойные написать. Ты сказал через слэш? Через какой? Обратный или правый? Не, не работает. Ладно, сейчас расскажу. Что тут происходит? Просто компилятор думает, так как мы поставили вот здесь вот кавычки, значит наша строка закончилась. И он уже ожидает точку запятой, либо плюс, чтобы соединиться с следующей строкой. Но просто не понимает, что мы имеем в виду. Чтобы этого избежать, нам нужно поставить обратный слэш. И все, и теперь все довольны. Вот это вот обратный слэш, он будет игнорироваться компилятором. Чтобы вам показать, я просто сейчас покажу сообщение. Видите, обратный слэш не показывается. Это такой специальный символ, который позволяет нам писать двойные кавычки. А что, если нам нужно, например, написать обратный слэш? Просто. А, пишу обратный слэш? Нет, тогда он будет написать. Три, может быть, просто написать? Нам нужен один обратный слэш. Может, еще один? Да, правильно, поставить два. А он же не... Три поставить? Нет. Комментарии, во-первых, в другую сторону кавычки. И мы комментарии можем писать вне вот этого места. Обратно ты говорил сегодня, да? Ругается. Потому что... На один только символ он действует. Если мы хотим написать два слыша обратных, нам нужно поставить четыре. И мы, кстати, сейчас будем разговаривать про файлы, про создание файлов, про создание папок. И вы увидите, если вам показать пример, свойства. Видите, как путь к файлу записан? Обратным слэшем. И поэтому, когда мы будем, например, открывать файл, вот по этому пути, нам придется ставить два слэша обратных. Потому что первый будет интерпретироваться как специальный символ. С обратным символом понятно, да? Пам-пам-пам. Дальше, про что я говорил? Я говорил, что если у нас строка очень длинная, и нам нужно ее разбить на несколько строк, мы можем что сделать? Поставить такой спецсимвол. N. Вот так вот. Давайте запустим, посмотрим. Мы поставили обратный слэш, N. И все, что после этого, у нас просто перенеслось на следующую строку. Используется точно так же везде. Вот такие вот спецсимволы.
Дальше, что у нас? Что у нас? Insert. Поменяем наше сообщение. И вот мы имеем такое сообщение: привет, привет, мир. И что-то вот кажется, что мы забыли запятую, например. Например, запятую между этими двумя словами. И нам нужно ставить не так, конечно, а именно программно запятую. Для этого есть такой метод. Message равно message.insert. И вот давайте на него наведем и посмотрим, какие он параметры принимаем. Insert — это метод, который принимает какие-то параметры. И вот смотрим. Первым параметром он принимает начальный индекс и значение, которое мы должны вставить в нашу строку. Что такое начальный индекс? Это позиция, куда мы будем ставить то, что мы передадим вторым параметром. Вопрос, если мы хотим поставить в самом начале что-то, какой индекс мы будем использовать? Какие еще варианты? Ноль. Помним, да, в программировании все начинается с нуля. И передаем ему в кавычках запятую. Что это значит? Это значит, что у нас с самого начала сейчас ставится запятая. Проверим. Верно. А что если мы хотим после hello вставить нашу запятую? Это 0, 1, 2, 3, 4. И вот на пятую позицию нам нужно ставить. Поэтому здесь просто ставим 5. Ставим нашу запятую. Все, мы ставили нашу запятую. А если мы не знаем, что это будет именно? Пятая позиция? Это можно как-то посчитать длину первого слова. Например. Посчитать первое слово? Ну, сколько символов? Длину, да. Сколько символов в первом слове? Просто вдруг, чтобы мы не знаем индекс точный. Смотри. Давай сделаем. Char array char, помните, что такое? Да. Мы можем разбить наше сообщение на массив. Да? Char. Мне кажется, способов может быть тысячи это сделать. Это просто тот, который я только что придумал. Равно message. Точка to char array. И у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 элементов, да? И вот давай создадим, например, переменную integer. Как ее назовем? Нулю, да? Что будем дальше использовать? Предлагай. Например, цикл. Например, цикл. И пока не пробел. Пока у нас не случится пробел. Вот ты сам решил свою задачу. For each string. Нет, это у нас что? Char получается. Item in message array. Только вспомни еще, если мы встретили пробел, нам дальше ведь не имеет смысла продолжать. Ведь нет? Мы уже нашли наш пробел. Break. Все верно. Давай считать, например, if item не равно. Единственный момент про char. String у нас пишется внутри двойных кавычек. Да? Char у нас пишется внутри одинарных кавычек. Вроде как. Да, char не равно вот так вот. Да, все верно. То у нас получается плюс-плюс. Да? Else
break. Вот ты сам решил свою задачу. Не, хотя мы еще не до конца ее решили. Где запятую? А, ну да, нам теперь нужно поставить запятую. Мы вот это вот уберем, закомментируем. И у нас получается длина... Получается 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. И нам нужно вставить на позицию длина минус 1. Правильно? Потому что мы же с нуля начинаем. Верно? Ну смотри, мы первую нашли, у нас сразу же 1 стало. Может через 3 плюс 5. Длина. Но он же себе сам задачу придумал, вот мы сейчас ее решаем. Можно через replace. Можно найти, пробил, заменить на запятую. Да, можно и так. Ну давай, давай доделаем эту задачу. Так, что у нас получается? А, message равно replace вот так вот тогда. На запятую. Давай посмотрим. А, ну да, все верно, извиняюсь. Да, 0, 1, 2, 3, 4 и на пятый, да. Вот ты и решил свою задачу, которую сам себе придумал. Можно ведь сделать, смотри, как было. Как подсказали, message равно message.replace пробел. Да, у нас же и тут пробел. На запятую. Где она у меня? Пробел. Но иногда вот этот вот момент, он тоже пригодится. Никогда не знаешь, какая у тебя задача будет, никогда не знаешь, какое требование и что нужно. Поэтому вот три варианта. А там каждый пробел будет заменять на пробел? Да, в этом случае он вообще каждый пробел. То есть если у нас предложение там очень большое, то он вообще все пробелы заменит. А в случае вот этого, только первый. Вот, вот и разница. Да. Вот, второй вариант там ведь можно было? Второй вариант это какой? Вот, это какой? С реплейсом? Первый пробел? Да. Нет, тут он реплейсит, насколько я знаю, вообще все подряд. Нет, если мы сейчас предложение продлим, он просто все зареплейсит. Его вопрос был, можно ли реплейсом заменить только первое. В случае нельзя. Нельзя. Что я сделал? А, ну вот, видишь, он все зареплейсил, только в первом случае он вообще еще две запятые проставил, потому что нижний код сработал. Это про реплейс. Что у нас дальше? Remove. Мы можем что-то удалить из нашей строки. Да, вот. Может быть, случай, что нам тут знак восклицания больше не нужен. Пишем message равно message.remove. Он принимает два значения, насколько я помню. Вернее, он принимает два возможных. И он принимает последний, по-моему, один, да? И что он сделает тут? Он удалит все символы, начиная с первой позиции. Осталось только H. Потому что H это у нас на первой позиции заканчивается. С какой целью это можно использовать? Вот у тебя есть предложение, которое... Нет, не предложение. Интернет-магазин. Да? Что будешь продавать в своем интернет-магазине? Ну, давай, придумай. Игры. И какие? Ну вот, у тебя есть игры и Steam. У каждой игры есть что? Описание. Да? Описание может быть очень длинное. Ты ему можешь написать, там, я не знаю, там, целое эссе про свое описание игры и Steam, да?
Но человек, который хочет купить твою игру, у него там тысячи игр перед лицом, да? Ты же не будешь ему все это эссе показывать, правильно? Поэтому тебе нужно просто вырезать, например, первые 100 символов из твоего описания, которые будут показывать твоему человеку. И тогда ты делаешь message.remove, удали все, что после сотой позиции. И тогда он возьмет твое эссе, оставит только первые 100 символов, все остальное нафиг и удалит, и покажет только это сообщение. Вот норм? Пример. По-моему, норм. Но у нас еще remove может принимать второе значение. В этом случае мы что говорим? Удали все, что после сотой позиции. А можем передать ему еще второй параметр, который называется как count. Видите, да, подсветилось. То есть мы ему говорим, удали все, что находится в нашем эссе после сотой позиции, но не все, а только 5 символов. Например, на нашем Hello World, да, давайте посмотрим. Удали все, что после второй позиции, но удали не все, а только 2 символа. LL он удалил. Вот какой пример тут придумать, я, если честно, не знаю. Но, может быть, понадобится. Сам ни разу не использовал такой. Даже, если честно, не могу придумать, когда мне понадобилось из середины предложения вырезать только там 2 или 3 символа. Если вот обрезать вот, сообщение и оставить только какое количество символов, да, это везде используется. А вот чтобы сколько-то вырезать и потом оставить, даже не припомню. Дальше что мы можем сделать с нашими строками? Мы можем выделить во вторую строку то, что у нас в первой строке. String. Substring переводится как подстрока. Один, два, три, четыре, пять. Что это говорит? Создай нам новую строку, основываясь на первой. И в эту новую строку помести только то, что находится после пятой позиции в первой. Не то вывожу. Нам нужно вывести экстракт. Видите? Мы просто создали новую строку, и которая создана была на основании первой, только мы вырезали как бы первую, как это сказать, начиная с пятого символа. Точно так же, как и в предыдущем примере, мы можем задать еще второй параметр. Сколько? Аж 2. Что это значит? Мы просто вырезали пробел и W. Мы взяли эту строку, из этой строки мы выделили все, что находится после пятой позиции, и взяли только 2 символа. Ну, в данном случае можно написать просто 7, 5, 2, 7. Так же будет. Точно так же будет. На твоем же примере про игры, да, мы можем сделать substring 0 и 100. Точно так же, один в один. Что тебе больше нравится? Также берем твое описание, и на основании твоего описания мы создаем новую строку, и только берем все, что начиная с новой позиции, до в количестве 100 символов. Так, что у нас еще из строк? Replace. Replace рассказал, да? Trim рассказал. И предпоследний момент – это split. И даже вернемся к нашему VPF-приложению. Покажу пример. Помните, мы массив машин создавали? Mm-hmm. Да? Но бывает такая ситуация, машины-то ведь не мы сами определяем, какие доступны или нет на данный момент. Mm-hmm. Есть какой-то менеджер, который каждый день начинает свой рабочий день с того, что определяет, какие машины сегодня можно отдавать в аренду, какие нельзя. Они же не имеют
ни малейшего понятия, что такое программирование. Они вообще не знают, что такое компьютер. Они могут только файл в Word создать и все. И нам нужно как-то работать с такими менеджерами. Обычно это выглядит так. Они просто создают файлик, например, Audi на сегодня доступно, BMW на сегодня доступно, потом, я не знаю, Mercedes, Lada. И вот они нам создали такой файлик, который мы во второй половине рассмотрим, да, и вот они его нам отправили. Что нам с этим делать? Нам ведь нужен массив, да? Для этого у нас тоже есть помощник такой. Делаем string, уже массив, car array равно cars точка split. Split переводится как разделить. И вот смотрим, что он переводит. Он принимает какой-то параметр, который char, который тип данных char. И на основании этого параметра он разделяет нашу строку на массив. То есть, что нам нужно передать? Запятую. Верно? И получается, что из этой просто строки у нас получится массив автомобилей. Уже без запятой. Давайте проверим. Так, что я сделал? А, я точку не поставил. Вот у нас какая-то строка, и вот мы ее разделяем. Видите, у нас получился массив. Единственная наша проблема какая? Почему мы сплиту точку запятую передаем? Потому что мы хотим разделить вот эту строку cars на массив машин, основываясь на вот этой запятой. То есть каждая запятая — это новый элемент массива. После каждой запятой у нас идет новый элемент массива. Верно, да? То есть наша проблема сейчас какая? Audi у нас нормально разделилось, потому что спереди пробел не было и потом нет пробела. А вот дальше у нас уже пошли пробелы. Пробел BMW, пробел Mercedes. Что мы сделаем? Мы просто потом прогоним какой-нибудь через... А у тебя тогда первый вариант не сработает. А можно перед Audi поставить пробел? Можно, но тебе и так не напишут. У тебя, например, сидит работник вообще в другом городе, который отвечает за аренду машин. Ты ему как позвонишь, скажешь, поставь, пожалуйста, пробел в своем файле. Нет, конечно. Может поставить пробел, а может не поставить. Может поставить, а может не поставить. Это вот сплит. И последний момент – это форматирование строк. Вот у нас есть, например, какая-нибудь name. Потом у нас есть int age 18. Потом у нас есть. Что у нас есть? Какой-нибудь пример дайте мне, что можно сделать. Не, город. Давайте город. String city. NN. Для простоты. И еще какой-нибудь int. Да, у нашего человека что есть? Рост. Integer рост. Например, у нас будет 200. Да, высокий. Да. И вот нам нужно теперь создать строку, написать, что у нас есть Алекс, которому 18 лет, который был из них, который рожден в Нижнем Новгороде, у которого рост 200. Ну, может быть, такой случай, да? Да где угодно. Что мы можем сделать? Например, можем сделать string result равно. И вот начинаем. Если я привожу пример на английском, нормально? Да. Или лучше на русском все-таки? Лучше на русском. Давайте. Просто у меня русских букв нет на компьютере. Я вслепую печатаю. Человек с именем
Нам теперь нужно подставить имя, да? Что мы делаем? Плюс name. Дальше продолжаем наше предложение. Так, где ты у меня? Которому. Нам теперь нужно написать, что ему 18 лет, да? Age. Поняли смысл, да? Мы плюсом соединяем наши строки. Ситуация такая, что если у нас с десяток вот таких вот параметров? Да мы замучаемся вот так вот через плюс идти, да? Нам нужен какой-то вариант попроще. Если соединить две строки, то, пожалуйста, так можно использовать. Второй вариант. String result. Я уже его показывал. String.format. Сюда мы загоняем наше предложение уже, которое мы хотим показать. Единственное, нам теперь нужно подставить именно вот эти вот значения. Что мы делаем? Человек с именем 0. Которому 1. Понимаете, каждое следующее значение у нас будет теперь последующим индекс. Почему 0? Потому что мы начинаем отчет программировать с нуля. И просто после запятой передаем наши параметры. Человек name, запятая, которому age. Но что-то как-то тоже, знаете, можно запутаться. Какой там, какой... Вот здесь мы можем поставить 0, 1, 1. И тогда у нас здесь... покажется H два раза вообще. Можем что-то перепутать с этим всякими индексами, тоже непонятно. И начиная с C-Sharp 6 появился такой помощник. Result. Мы ставим просто доллар. Символ доллара в начале. Загоняем то, что мы хотим написать. И в эти скобочки мы просто вставляем наше значение. Проще? Намного проще. И поэтому, когда у нас слишком много параметров, которые нужно вогнать, вот этот вот вариант, когда мы ставим доллар, и просто уже дальше кавычки двойные, и параметры, которые нам нужно ставить, мы просто оборачиваем скобками. Самый простой вариант. Ну, про строки мы закончили. Давайте тогда время 7.30, сделаем перерыв. И дальше мы будем работать с файлами. Создавать файлы, писать файлы, создавать папки, удалять папки. И если успеем, то начнем уже ООП. Пример, там, магазин приложений, где продаются. Вот у него целое описание, очень большое. Ты же, когда в интернет-магазин заходишь, у тебя, например, там на странице 20 товаров показано, да? Указывает маленькое описание, а потом три точки стоит. Вот, например, replace. Либо обрезать, потом поставить три точки. Соединение строк тоже повсеместно используется. Сейчас может что-нибудь показать вам.
Ну, видишь, Кость, мы создаем тут, конечно, все закомментировано. Вот создается какое-то сообщение, и вот уже известно вам, что такое доллар, да, кавычки. Новый статус, да, заявки, номер, и вот мы передаем параметр заявки, который потом превращается в обычную строку уже, и передаем ему статус. Так, ну тут слишком много всего непонятного. Или вот тоже у нас какое-то исключение произошло, мы просто создаем немножко по-другому. Данный вид связи для типа подставляем значение в эти скобочки, недоступен. И сюда уже придет, какой вид связи недоступен. Ожидается. И он тебе даже пишет, ожидается кавычка закрытая, и все. Если сейчас ты поставишь еще одну кавычку, у тебя все сработает. Да может даже, да, нет, другую, закрывающую. То, что у нас сверху, у нас они смотрят влево, то, что у нас в конце, эти кавычки, скобки смотрят вправо. Проблемы, их тысячи. Сколько программистов, столько решений проблем. У каждого он свой, каждый использует тот, который ему нравится. Я просто думал, что вдруг есть уже встроенный какой-то такой. Ну, такого нету. Ну, как видишь, мы его решили, да. Ну, да, грубо говоря, если бы мы не разговаривали просто, вот, не слова, мы бы его решили там за 10 секунд. Дальше увидим, все-таки бывают правила, которым лучше следовать. Это даже не то, что правило. Бывает, что кода становится настолько много, программа становится настолько большая, что нужно как-то, знаешь, нужно как-то организовывать наш код. Нужно найти какие-то правила, которым будут все следовать. Если, например, в команде 10 программистов, и каждый пишет, как ему захочется, то, конечно, проблему он может решить своим способом, да? Но если там один пишет так, большой буквы, другой с маленькой буквы, другой там в ифе ставит один армию. Если одна строчка после ифа, можно там опустить скобки, да, знаешь, один отпускает, другой не отпускает, один 100 классов генерирует, другой все пишет в одном классе, тогда нужно вводить
какие-то правила. И эти правила уже в большинстве случаев разработаны. Это называется паттерны программирования. Что такое паттерны программирования? Это когда-то какие-то люди придумали, знаешь, набор правил, которым нужно следовать, чтобы организовать твой код. Да, например, из таких примеров, чтобы тебе привести. Паттерн инверсии зависимости называется. Ну, что, конечно, непонятно, наверное, что это инверсия зависимости. Но вот мы со следующего занятия начнем проходить уже ООП. Да? Новый экземпляр класса у нас как создается? Var, название, которое мы хотим дать, равно new, и как раз мы инициализируем наш класс, создаем новый объект, да? Ну, иногда наш код настолько становится подвязан на этих new, что просто ужас. Нам постоянно, чтобы работать, например, нужно писать new, другую создать new. Чтобы создать какой-то класс, нам нужен другой класс передать ему. В общем, бардак получается. Для этого был изобретен паттерн инверсии зависимости. Мы эту логику вообще убираем отсюда, она сама там реализована, и мы о ней больше не беспокоимся. И у нас уже все создано, по грубо говоря. У нас все создается в тот момент, когда нам нужно, нам уже ничего подписывать не надо. Но это мы все увидим. Давай разберем var, это если тебе не хочется самому определять тип данных, да? Но ты можешь писать min нам равно 1, ты можешь писать var нам равно 1, и программа сама поймет, что var это min. Ну, можно где-то вот. Можно var вообще везде писать. То есть я когда смотрела, типа... Искали везде var, да? Вначале создается var, а дальше ты пишешь... Вот, помню, да? Нет, это не тип данных. Мы к этому вернемся попозже. Ну, ладно. Вот. Это уже... Я дал название моей переменной. Как ты понимаешь? Самое главное, чтобы было понятно. Зачем бьются? Например, нас два человека в команде, да? Ты и я. А вы передарите. Это метод. Я просто запомнил. И даже если я не хочу вспоминать, я ставлю точку. Но он сам тебе дает. И вот видишь то, что шестигранный ключ, это свойство. У нас это пока не интересует. Вот видишь такие кубы? Это называется методы, которые доступны. Я просто могу щелкать и смотреть, что мне нравится. Не то, что мне нравится, а что мне может подойти. Я хочу написать сообщение в нашей строке. Возможно, это написать переводится как write. Да? Я просто ищу write. Два варианта. Write и write line. Я просто навожу на него. Видишь, у меня такой попавчик происходит, окошечко всплывает. И он прям подробно описывает, что этот метод делает. Write line. Пишет текущую строку в консоль. Тоже вход. Саша, я перепроизирую вопрос. Как лучше, удобнее, дополнить? Писать код и учить, что в чем можно. Код надо писать, но быстрее как. Его надо писать. Чтобы знать, где что применяет. Да. Если что ты. Быстрее. Это как. Я думаю, кто учил английский, понимает, что если его просто учить и потом тебя отправить в англоязычную страну, ты ничего сказать не сможешь. Потому что ты его всю жизнь учил. И ни разу не говорил. А вот если тебя не знающего английского отправят сразу же в английскую, в англоязычную страну, и ты сразу же будешь себя заставлять говорить, ты в итоге начнешь говорить. А мне вот кажется, лучше. Согласен? То есть лучше, чем будешь. Тебе сначала. Писать. Да, тебе сначала будет сложно, ты будешь делать ошибки, тебя не будут понимать. Представляешь, когда ты пешком, ты просто оказался, например, в Америке. Без знания английского. Ну представь.
да? И ты понимаешь, что ты сначала не принял, ты сначала даже не знаешь, что сказать. Потом что-то кмык, hello, да, что-то начало получаться. Прохож шел месяц, у тебя уже что-то начинает получаться, ты уже какие-то предложения начинаешь говорить. Прошел год, ты уже спокойно, например, говоришь. Если бы ты никуда не уезжал, и этот год просто сидел и учил английский, и потом поехал в Америку, ты ничего сказать сразу не смог. Просто я думаю, пока я буду зарабатывать, мы так далеко уйдем, что это будет еще на пути. Сейчас там было пройти уже вуз, вообще с идеями. Пока ты можешь. Не бойся отстать. А вот задания вот эти делаю и все. Сам что-нибудь придумай. Я когда учил все программирование, я помню, я просто придумал сам себе задачку и решил. С программированием, запомни, можно сделать все, что угодно. Вообще все, что угодно. Давайте я вам пример покажу. Вот все, что ты захочешь делать, всякую дрянь, которую ты захочешь сделать, и не только. Конечно, я вам советую только полезные вещи делать, но, сами знаете, зная язык программирования, можно делать все, что угодно. Всякую гадость можно сделать. Ну и да, и гадости я тоже, конечно, делал. Например, какую гадость, это как бы и гадость мы сделали 3 года назад. Мы написали свою программу, которую мы использовали в Агате, да? А до этого мы использовали другую систему. Нет, другой пример. Я писал интернет-магазин по продаже шин и дисков. И как вы, если кто-то знает, кто хоть раз покупал, заходил на подобные сайты, там вас встречает что? Такое окошечко. Введите свою марку автомобиля, введите год выпуска, там, не, по автомобилю. Введите автомобиль, марку и год выпуска. И она вам сразу же показывает, какие вам нужны параметры. И вот я написал свой интернет-магазин, у меня стал вопрос, а где взять эти параметры? Они стоят денег, во-первых. И то там тоже неправильно. А был другой сайт, конкурент такой, у которого была полная база данных. Я просто написал программу, вытащил у них все и засунул к себе. У них пока, конечно, сайт, я это запустил на ночь, но немножко долго вытягивались программы, то ли утром. Короче, у них день сайт не работал, тормозил очень сильно, потому что я их постоянно, я написал for each, то ли while, в общем, какой-то я написал цикл, который постоянно вытягивал эти данные. И понимаете, запросы на сервер шли прям каждую секунду, а их там миллионы этих запросов было. Естественно, я нагрузил сайт, и целый день сайт у них очень плохо работал, потому что я у них вытягивал данные. Ну как, плохой пример, неплохой, ну... Понятно, почему сайт многие тормозят. Чего? Как потом у тебя данные-то обработали? Как он тебя массивом выдал, что просто скопом или как? Мы потом познакомимся с таким понятием, как JSON. XML, ты не знаешь, что такое? Не знаете, да? Еще? XML. Ну, похоже на HTML. В общем, если я вам сейчас покажу, даже вот зайдем в нашу программу, которую мы пишем, app.config, откроем его, это XML. Это такое описание нашей программы, например. Мы сюда можем какие-то... Не, это не HTML, это XML. Ну, ладно, мы к этому потом вернемся. И вот отвечаю... Нет, XML, что такое? Если сайт, наверное, тоже никто никогда не делал. У каждого сайта, знаешь, что такое SEO? Да, это оптимизация сайта. И у каждого сайта должна быть такая штука, как sitemap, карта сайта. Чтобы поисковик, когда приходил на ваш сайт, мог посмотреть на этот sitemap и, например, вытащить оттуда все страницы и уже их обработать сам. Вот этот вот sitemap как раз в XML пишется. То есть там, грубо говоря, сайт name, там page URL. То же самое, когда я просто вытягивал у них данные, мне приходили данные вот в таком формате. C-Sharp умеет спокойно работать с этими данными, может их преобразовывать во что-то другое. То же самое вот наша система. Мы написали систему, а до этого мы пользовались другой. Мы их попросили отдать нам данные, они сказали вот, не дали. Что мы сделали? Мы просто написали программу, стащили у них все данные и все. Опять же, у них там 2 дня, данных было много, 2 дня у них сайт
лежал практически. А эта операция, если знаете, называется DDoS. Знаете, да? Нет? Никто не слышал такое понятие? Слышал, да? DDoS — это когда целенаправленно ты начинаешь кучу запросов слать на сайт, чтобы он упал, да. Да, DDoSer. То есть многие компании реально платят деньги каким-нибудь программистам, чтобы они задидосили и положили сайт, например, конкурентов. Вот у нас есть компания, которая продает кофе, и другая, которая... Не, окна, например. Конкуренция на окна очень большая, да? Здесь две компании, две конкурирующие. Одна компания просто решила нанять программиста, заплатила ему 100 тысяч рублей, тот написал программу, которая дидосит сайт конкурентов, и все. То есть я, как пользователь, захожу на этот сайт, он тормозит, я его сразу же закрываю, что мне на тормозном сайте, и ухожу к тому, кто заказал эту программу. Все. Так, на чем остановились сегодня? Можно узнать, кто? А? Кто положил свой сайт, можно узнать? Почему можно узнать, если ты очень плохой программист? Потому что можно понять, откуда идут данные. Можно узнать, откуда идут данные с твоего IP. В принципе... Вот. В принципе, шутки «я тебя по IP найду», конечно, немножко и слишком, но есть такие сервисы, как VPN. Ты не слышал про VPN? Да? Если будет, то да? Мы просто подключаемся к VPN, этот сервис подменяет наш IP-адрес на какой-нибудь адрес в Америке, и наши же запросы идут на... Мы уже делаем свои плохие дела под нашим IP-шником в Америке. А обратно сидит, как нельзя все равно? Можно, на самом деле. Так браузер Tor, знаете, да? Там наши, по-моему, наше государство, да, может, нас прослушивают, любимое, платило деньги, вернее, устроило соревнование, ток-ток Tor взломает. И, по-моему, кому-то это даже удалось. Хотя, гарантирую, говорили, что Tor — это такой браузер, который там тот, невозможно сломать. Да все можно. Тут все зависит от того, кто проворней, то и постоянная борьба. Вот то же самое, сейчас какая ситуация в Китае происходит? Я думаю, мы тоже с этим столкнемся. Они поголовно вообще все сайты блокируют. Да, золотой щит, по-моему, это называется, система. Что-то такое, да, золотой щит, ну, неважно. И эта система, которая написана китайскими властями, блокирует все неразрешенные сайты. Что обычный пользователь делает? Я сейчас к VPN подключусь и обойду. И вот они, опять же, в кошки-мышки играют. Эту VPN заблокировали, другую дыру нашли, другую дыру заблокировали. Если вспомнить, точно такая же ситуация была с джейлбрейком в айфоне, да? Там нашли дыру в айфоне, взломали, а в следующем релизе они ее закрыли. Нашли следующую дыру. Это постоянно такая игра идет. Так, на чем мы остановились? На файлах, да, мы хотели? В общем, закончу мысль. С программированием можно делать все, что угодно, и плохого, и хорошего. Самое главное, вот, что вам бредет в голову. Да, хочу, например, сфотографировать экран сайта и сохранить себе на страничку ВКонтакте. Я могу сидеть за компьютером, используя консольное приложение, это сделать спокойно. Так, файлы. Давайте создадим сначала папочку, в которой мы будем работать. Где-нибудь. Кверки? Да, без проблем. Я сам не знаю как, но я читал исследование, что вообще это делается без проблем. Вот компьютер, давай. Да, есть специальные файлы, которые ты скидываешь на компьютер, если он его открывает, то он устанавливает без твоего разрешения какую-то программку и все. Ну, так обычно, да, порно-баннеры, но HTML5, например, Webcam Access. То есть спокойно можно, вот видите, полная инструкция, как, например, получить доступ к камере из браузера. Недавно был скандал, ну, не то, что скандал, если кто-то пользуется торрентом, я думаю, кто-то все равно пользуется, да, то примерно месяца три назад обнаружилась такая вещь, что когда ты устанавливаешь себе торрент, она еще без твоего спроса устанавливает другую программу и использует ресурсы твоего компьютера, чтобы майнить биткоины. Да, такое было.
Слышал про такое, да? В общем, вот так вот. Ты вроде скачал себе торрент, чтобы киношку скачать. Без твоего разрешения тебе еще поставили другую программу. И эта программа нагружала твой процессор до 100%. Ну, не до 100, конечно, они там все-таки поконсервативнее шли. Например, там до 50-60%. Ты думал, что у меня как компьютер греется, наверное, старый стал. А на самом деле он просто там биткоины майнил. И отправлял на кошелек создателей торрента. Ты выступал как такой, знаешь... Нет, не ты выступал, а они паразитировали на твоем компьютере. Тобой пользовались. Да, тобой просто, кем-то просто пользовались. И мне кажется, я сам стал жертвой. Я чувствую, что у меня компьютер как-то стал очень греться сильно. И я его разбирал и чистил, да. Вот, и в итоге нашел себе какую-то программу установленную, непонятно вообще откуда, ее удалил, и все стало нормально. То есть вот так вот. Да, они сейчас скачивают. Кто скачивается? Вот эти программы установлены. Ты на твой диск C? Там все папка. Не, программа установлена, ты ее можешь удалить вручную, но она установлена без твоего разрешения, называлась там какая-нибудь Windows, там, типа как системная программа. Но там вообще не было написано система, а просто... Ну да, да, да. Единственное отличие... Вот если показать, да, там... То есть, если бы мы посмотрели, то... Видите, да, Microsoft, .NET и паблишер Microsoft Corporation, да? Там было что-то типа такого. Microsoft, .NET, чего-то там, чего-то, чтобы казалось, что это реально программа, установленная Microsoft. Единственное, тут было написано Microsoft Corporation, а какая-нибудь там торрент паблишер. Ну, вот что-то такое. Вот единственная разница. Поэтому сейчас сделать вообще можно все, что угодно. Я вот с ребятами разговаривал там 3-4 месяца назад в сетях появилась... Фотка, как Марк Цукерберг работает за своим компьютером с заклеенной камерой. Спокойно, потому что можно получить доступ. Надо только знать как и немножко наглости, наверное, чтобы этим заниматься. Да, погнали к файлам. Сейчас, кстати, то же самое можем показывать, как немножко погадить. Так, так, давайте папочку просто создадим, в которой мы будем работать. В документах, например. Назовем Lesson 3. Конечно, у меня маленький экран, как бы вам показать. Да. Windows и стрелочка. Можем быстрее делать. Кто не знает. Хотим, нормальная ситуация, мы хотим создать файл, да? Вот, например, к нам заказ пришел на аренду машины, мы должны эту информацию отправить нашему менеджеру. Например, наш менеджер не умеет пользоваться почтой, вообще она очень плохая технология, она умеет просто файл открыть, текстовый, да? Для этого мы создаем файл для нее. Делается очень просто. Сейчас вот это давайте удалим. Что такое Using System, помните, да? Mm-hmm. Такая библиотека, которая помогает нам работать с консолью, с данными. Зачем это удалить? Удали, я сейчас объясню. Пишем файл .create. Написали? Видите, подчеркивается, да? Потому что мы не подключили нашу библиотеку. А работа с файлами живет вот в таком вот namespace. Using system.io. IO кто-нибудь расшифрует мне? Input-output. Все просто. Ну да, input-output. Да, в обычных в старых видеомагнитофонах, когда подключали звук,
и экран, да, там тоже был input и output, да, кто пользовался, знает. Опять же, давайте удалим. Ругается. А вот что, если мы не знаем, где, что нам нужно использовать, чтобы подключить нашу библиотеку нужную? Вот что нам делать, да? Для этого у нас тоже есть такой помощник. Нам просто нужно правой кнопкой кликнуть на файл. Видите, у нас такая лампочка зажженная. Там Quick Actions. Я нажимаю, и он мне дает подсказки. Используй system.io. Он нам сам уже подсказывает, что нужно использовать. И он его добавляет, и у нас теперь все работает. Все просто. Нормально все? Но теперь у нас файл, видите, уже стал... Цвет поменял, все нормально. Но у нас теперь подчеркивает create. Почему? Потому что create — это метод. Всем уже известно, да? И этот метод принимает какие-то параметры. Если вот видите, в этом окошке, которое всплыло, даже пишет, что он принимает параметры в виде строки. И в эту строку нам нужно передать просто, куда мы хотим сохранить наш файл и что мы хотим сохранить. Давайте узнаем наш путь. Его скопируем и сюда вставим. Напоминайте мне, в чем проблема. Но мы немножко не дописали, потому что мы сохраняем в папку lesson 3. И нам нужно, так как мы создаем файл, нам ведь нужно дать еще... Нам ведь нужно еще сказать, какой файл мы сохраняем, правильно? Давайте создадим самый-самый простецкий файл. testfile.txt. Запустим. Ты записываешь путь своего, своей папки. У всех такое получилось? У всех файл создался? Миш, не ты. Создался, да? Откроем его. Обычный текст и документ пустой. Все, мы только что создали файл. Но как-то пустой файл нам не очень интересно создавать, да? Давайте мы его удалим. И для оптимизации нашей программы, потому что мы с этим, с этой папки будем много работать, мы выделим путь к нашей папке просто в другое, в другую переменную. Тогда создавать наш путь мы уже можем как? Вот так вот. Получается строка. Помните предыдущие... Сколько мы? Минут 30 назад разговаривали про конкатенацию. Вот то же самое. Мы можем даже сделать так. Const. Const понятно, что такое? Константа. Значит, это просто изменить уже в нельзя. Если я уберу это слово, например, наш плохой программист какой-нибудь может взять и переименовать наш путь на что-нибудь другое. И тогда наш путь уже будет равен вот ds, df и все. Если же мы здесь поставим const, у нас будет подчеркиваться, это значит, что нам уже нельзя изменять. Так, создадим файл, попробуем туда написать какое-нибудь значение. Смотрим. Можем даже войти внутрь. И вот, возвращаясь к перегрузке методов, видите, за нас уже написаны методы create. Их сколько аж? Раз, два, три, четыре, их аж четыре штуки. Это все же за нас написано. Это четыре разных метода, которые принимают разные значения. Просто метод create, он перегружен, получается. То есть, что он принимает?
просто путь какой-то, потом путь и какой-то инт непонятный. Потом опять путь, еще чего-то. Нас же все-таки интересует создать текст, создать файл и туда чего-нибудь записать. Так, как назад-то? Для этого у нас есть другой метод. File. Write all. Что у нас там? Текст, по-моему. Что этот метод делает? Он создает файл и пишет в него что-нибудь. Но видите, он ругается, что-то ему не нравится, потому что он принимает два параметра. Первый параметр — string. Читаем, да? Путь, куда мы сохраняем наш файл. И потом string, что он там пишет? Contents. Это то, что мы в него запишем. Поэтому мы здесь смело ставим запятую и пишем текст, который мы хотим написать в наш файл. Привет. Запустим, посмотрим, что происходит. Файл создался. Кто-нибудь знает, что там будет написано? Привет. Изи. Вот мы создали наш файл. Он нам больше не нужен. Нам теперь его нужно удалить. Помню, как мы создавали файл. File.create. Удаляем его точно так же. File.delete. Delete. И придаем его путь. Если кому-то непонятно, что я тут делаю, могу это вынести. String, например, file to delete. Жень, понятно, что за первая строчка? Const, string, путь. Строка, у которой мы задали, это диск C, users, мое имя, документы, чтобы постоянно не писать это. Потом мы создали путь к файлу, который мы хотим удалить. Да? Мы взяли эту вот первую константу и просто ему добавили testfile.txt и написали команду file.delete.file и передали ему путь файла, который мы хотим удалить. Смотрим. Нет файла? Нет. Волшебство. Там можно много таких файлов удалить? Ну, каждому путь получается. Вот тебя никто не запрещает использовать циклы, mm-hmm. чтобы взять все файлы, и мы это увидим. Тебя никто не запрещает использовать циклы, которые ты можешь запустить вечный цикл и создавать mm-hmm. туда файлы. До тех пор, пока просто место на диске не кончится. Тебе это никто не запретит. Ну, понимаешь, да, о чем я говорю? Давайте даже покажу, например. Единственное, нам нужно, чтобы у файлов было разное имя. Потому что если мы создаем файл с таким же именем, тот удалится, вернее, он перезапишется. Как бы, да, удалится и добавится новый точно с таким же именем. Вот. И все содержимое мы потеряем на то, которое мы добавили в новом файле. Да? Например, string file name равно файл. Мы будем, например, создавать файл вот с таким именем. Не буду захламлять свой компьютер, но напишу простецкий for each. For integer i равно нулю. I, давайте меньше 10. I плюс плюс. И мы делаем файл .create string. Ну, тут файл name равно плюс равно
i.toString. Файл плюс точка тексте. Понятно, что я тут сделал? Я просто создал какую-то переменную, которая называется файл. Все наши файлы будут содержать имя файл. Дальше я пишу цикл, который будет крутиться 10 раз. И так как я сказал, мы не можем создавать файлы с одним и тем же именем. Просто они будут перезаписываться. Мы хотим создать файл 1.txt, файл 2.txt, файл 3.txt. И вот поставлять значение равное вот этому циклу переменной. Давайте посмотрим. Ой, где-то я ошибся. Ну, не важно, ну, поняли смысл, да? Для чего это нужно? Вот простой пример. У нас в нашей системе есть система отчетности, аналитики. У нас есть какие-то заявки, есть какие-то задачи, и у нас раз в месяц, например, руководитель какого-то отдела собирает эту отчетность, чтобы потом на основании этого платить зарплату. Делается запрос в базу данных. Наше приложение делает запрос в базу данных и вытягивает оттуда какие-то данные. Но эти данные нужно отправить, например, по почте. Нам нужно создать какой-то файл. Мы эти данные просто засовываем в файл и уже отправляем по почте человеку. Этот человек открывает файл и работает с ними. Вот когда нужно создавать файл, например. Созданием и удалением понятно, как создать и удалить файл. А вот теперь будет немножко запутано. На данный момент мы просто создавали файл, либо удаляли. Это очень простая операция. А что, если нам нужно открыть файл, что-нибудь туда написать, либо дописать, потом закрыть файл? Вот такими простыми операциями file.create нам уже не обойдемся. Поэтому в C-Sharp есть такой класс, который называется stream, либо поток. Мы на следующем занятии будем говорить про ООП, что такое класс, что такое наследование. Ну, просто сейчас знаете, что есть такой класс stream, и от этого класса stream наследуются другие классы. Например, memory stream, file stream. Что такое? Поток, либо stream, это такой канал, такой тоннель, который создается между вашим файлом и приложением. И вот по этому тоннелю, я абстракциями говорю, идут обмены байтами. Вы проходили, что такое стрим? И как с файлами работать? Нет? Не, именно про файлы. Нет. В общем, понятно, чтобы нам работать с файлом, его нужно открыть, что-то туда записать и потом закрыть. Для этого мы используем потоки. Поток — это такой тоннель, который создается, который мы вызываем и устанавливаем между нашим файлом и нашим приложением. И вот по этому потоку идут байты данных. Ясно? И стримы бывают разные. Бывает файл стрим. Это значит, мы создаем вот такой вот тоннель между нашим файлом на жестком диске, который у нас на компьютере хранится, и нашей программой. Бывает memory stream. Это поток, который создается между нашей программой и оперативной памятью. Мы в оперативную память какие-то байты сгоняем, например, файл какой-то мы загружаем в нашу оперативную память, и вот через этот стрим мы общаемся с ним. Бывает memory stream, file stream, и еще какие-то, уже не помню. Но мы работать будем только с file stream сегодня, с file stream. Как происходит работа с file stream? Так. Все просто, на самом деле. Пишем файл stream. Это тип данных файл stream. Что такое new, мы будем на следующем занятии уже проходить. Пока примите как данные. По сути, string — это тип данных, да?
Int — это тип данных. Файл стрим — это тоже тип данных, только он сложный. И поэтому, чтобы нам создать новую копию, нам нужно писать слово new. Но это на следующем занятии. И вот мы попробуем наш файл открыть. Наводим на файл стрим, который подчеркивается, и видим, что он принимает, например, в нашем подсказчике два параметра. Это путь, по которому мы будем работать с нашим файлом, и mode, как переводится, что-то я даже не знаю. Mode, режим работы с нашим файлом. Да? Вот мы пишем наш путь. А файл-то мы уже удалили, поэтому плюс. Не, не надо. Файл .txt и запятая файл mode.create. И вот если мы на каждый наведем, то нам что-то напишут. По сути, мы сейчас просто создадим файл. Давайте проверим. Правда, я не уверен, что он сейчас создастся. Создался, да. Видите, та же самая операция, только немножко по-другому описана. Откроем этот файл, он у нас пустой. И вот теперь уже возвращаемся к тому, зачем мы все-таки используем стримы. Нам нужно открыть этот файл, например, туда что-нибудь написать. То есть у нас уже есть стрим. Relaxes.rewrite. То есть сейчас попытаюсь вам это все объяснить, потому что на первый взгляд ничего не понятно. Честно, я где-то записи делал. Вот занятие 3. А, нет, не то. Folders. А, вот подготовка к курсам. Занятие 3. Во, я туда же писал. Поток — это... Это я, по-моему, из Википедии взял. Поток — это абстрактное представление данных в байтах, которое облегчает работу с ними. В качестве источника может быть файл, устройство ввода-вывода, принтер, оперативная память. Но, если честно, не очень такое объяснение, да? Это вообще тоже непонятно. Но, по сути, если мы хотим открыть файл, мы создаем новый стрим. В первом параметре мы ему передаем строку, что за файл мы открываем. Потом мы ему говорим, мы хотим тебя только открыть. И даем ему права доступа на чтение. Прав доступа у нас бывает три. Read, write и read, write. Писать, читать и писать, либо читать. Что такое мод? Это режимы открытия. У нас их сколько бывает? Раз, два, три, четыре, пять, шесть режимов открытия. Если мы вот здесь пишем append, filemod.append, то что у нас происходит? Читаем. Открывает файл, если существует. То есть он может открыть только существующий файл. И переводит указатель в конце файла. Это не читайте. Это мы сейчас к этому вернемся. А, вот он еще и создает. То есть, если мы ему режим работы пишем append, то он открывает файл, если он существует, или создает новый файл. Данный режим возможен только при режиме доступа в файл access write. То есть мы можем этот режим использовать только если мы хотим писать файл. Дальше у нас есть режим работы с файлом create. Он просто создает новый файл, если существует, заменяет. Если вспомним, то мы тут делали как? filemod.create. И вот он у нас создал тот файл. Да, давайте еще создадим один. Файл создался. То есть мы как раз использовали create. Создает новый файл или заменяет существующий. Дальше у нас есть create new. Создает новый файл. Если же файл существует, то у нас выскакивает ошибка. Когда нам это нужно? В
первом случае нам без разницы, если файл существует. Мы просто создали новый, тот переписался. А что, если у нас какая-то важная информация уже там написана? Для этого мы используем мод create new. И если у нас при каком-то стечении обстоятельств такой файл уже существует, нам программа скажет, не-не, такой файл уже есть, создавать больше нельзя. Дальше следующий режим открытия есть просто open. Это уже у нас есть файл, он должен обязательно существовать, и мы его открываем. Если мы пытаемся открыть несуществующий файл, то у нас опять же сгенерируется исключение. И open or create. Открываем файл, если существует, если не существует, то создаем новый. И файл truncate. Мы открываем файл, если там есть какие-то данные, то он все затирает. Давайте попробуем на примере. Кстати, я уже тут что-то тут писал, но давайте на нормальном примере. Начнем с первого, append. А зачем нам показывать append? Нам нужно показывать append, если мы хотим что-то туда написать. Давайте разберем create и create new. Вот мы использовали наш пример create, да? И у нас создался файл create, файл 1. Давайте туда что-нибудь запишем. И сохраним. Вот мы наш файл записали какое-то значение. Сейчас, если мы это запустим, он создаст точно такой же файл, но все внутри перезатрет. Видите, все перезатер. Зачистил. Давайте мы опять же сюда что-нибудь напишем. И уже будем использовать... Я показываю пример, что в create мы создаем файл, если он существует, то мы его перетираем. Если же наша логика программы подразумевает, что у нас нельзя создать точно такой же файл, мы должны это избежать, мы просто пишем create new. Попробуем. Все, наша программа упала. На что она ругается? Файл, дополнительная информация, файл такой-то, такой-то, такой-то уже существует. Все четко и понятно. Create и против create, против create new, понятно? В чем разница, да? Давайте разберем следующий случай. Truncate. Открывает файл, но все, а зачем нам открывать? Нам нужно открывать файл для того, чтобы что-то из него читать. Поэтому давайте вот сюда дальше прокрутим. Для чего нам нужно читать из файла? Опять же, возвращаемся к нашему примеру с арендой машин. Да? Нам наш менеджер создал файлик txt и написал туда через запятую доступную нашу машину, и наша программа просто должна открыть этот файл и прочитать. Что мы делаем? Для того, чтобы читать из файла, у нас еще есть дополнительная такая прослоечка, которая называется StreamWriter, StreamReader. StreamReader. И вот в этот ридер нам нужно передать наш стрим, если я не ошибаюсь. Да, все верно. То есть читаем с самого начала. Мы создаем, представляем наш тоннель между нашим файлом и нашей программой, которая будет обмениваться байтами. И используя вот это вот соединение, которое мы установили между нашим файлом, мы теперь используем StreamReader, чтобы прочитать содержимое. То есть, по сути, это StreamReader, поэтому, назовем его тоннель, идет к нашему файлу, забирает его содержимое и возвращает к нам его обратно. Чтобы получить на его содержимое, мы уже просто присваиваем string что-то. String message, например, назовем его, равно reader.read, что у нас есть? Read to end. Что значит read to end? Просто читай сначала до конца. Давайте откроем наш файл и напишем туда нашу машину. Audi, запятая, B, уже не вижу ничего. Audi, B, хватит. Закроем его и запустим нашу программу.
только помните, нам уже ничего надо, не надо создавать. Нам нужно чего сделать? Open, например. И дадим пермишены. Всем понятно, что такое пермишены, нет? Да, это такой сленг. Permission – разрешение. Разрешение на чтение, на запись, либо на чтение, на запись. File access. Мы разрешаем нашей программе только читать из этого файла. Поставим точку остановки. Например, здесь. Вот мы создали наш стрим. Давайте посмотрим, что внутри. Если честно, ничего не понятно. Единственное, что понятно, это длина 11 символов. Все, а что там дальше, если честно, не важно. Так, создаем наш ридер. Вот уже что-то поменялось. Но нас-то интересует то, что в самом конце. Месседж. И вот пришло наше сообщение. Похоже на то, что мы в файле писали? Да. Да, одно и то же. Теперь, а что, если нам нужно взять этот файл и дописать в него что-то? Может быть, будет такое? По сути... Это в консоль, то, что у нас написано в файле, тоже... Да. Консоль, без проблем. Консоль.writeline. Наш месседж. Потому что это уже тип данных. String. Понятно, да? И чтобы не закрывался, я просто сделаю readKey. Чтобы вы мне верили, если вдруг кто-то не верит, я напишу еще сюда чего-нибудь. 1, 2, 5, 7. Сохраним. Уберем точку остановки и запустим. Все работает. Мы теперь можем читать из файла. И даже если смотреть дальше, мы можем работать с любыми типами файлов. У .NET куча расширений, которые позволяют работать с Excel, с PDF, с Doc. Мы можем их открывать, мы можем их читать. Например, у нас также на работе, у нас есть загрузчик. У нас, когда появляется новый клиент, мы ему должны установить систему и заполнить какими-то данными. И мы ему отдаем Excel-файл, и он этот Excel-файл заполняет именами своих сотрудников. Там Иванов, Петров, Сидоров, такая-то должность, такой-то телефон, такой-то email. И мы этот файл просто загоняем в нашу программу. Консольное приложение просто оболочка. Через разные, можем через VPF. Мы загоняем этот Excel-файл в нашу программу. Он его открывает, читает, получает из него данные, и эти данные уже просто заносит в базу данных. То есть вариантов работы с файлами их тысяча. Также, например, если хотя бы совершать какие-нибудь платежки в Сбербанке, да, вам создается в некоторых системах, например, PDF. Или оплачиваете что-нибудь. Ну да, платежку совершили, да, вам вот такой-то чек, вы можете его сохранить. Вы нажимаете кнопку, вам возвращается PDF-файл. Что случилось? Система создала файл, отдала его вам. Работа с файлами тоже очень распространена в программировании. Так, на чем остановились? Что, если мы хотим что-то дописать? Работа с файлами заключается вот в основном только здесь. Open и read. Вот эти вот permissions и режимы работы. Read как переводится? Помните? Читать. А если мы хотим что-то записать, нам, наверное, прочитать уже... как-то не подойдет. Поэтому у нас есть что-то похожее, что называется StreamWriter. StreamWriter. Видите, у нас уже даже есть подсказчик есть. StreamWriter. Дадим ему имя. StreamWriter. И дадим ему путь того файла. Вот так вот, кстати. Это значит, что мы теперь открываем наш файл и собираемся в него писать. Вот это... Да, все верно. Где мы его будем сдавать? Вот здесь вот. Да, в первой строчке. Но тут будет такой момент, я сейчас на нем акцентирую внимание. Вот так, а что мы делаем? Мы пишем в него, да? Что-то я еще забыл сказать.
А. Операция простая. Writer. Писать. Да, и пишем туда то, что мы хотим записать. Давайте это попробуем запустить. И посмотрим, что получится. Поставили точку остановки, пошли дальше. Вот мы создали наш поток. Пытаемся что-нибудь прочитать. Все верно. У нас в консоли отобразилось то, что у нас уже сейчас имеется. И вот мы теперь создаем нашего писателя, назовем его так. И ошибка. Не. Читаем, что написано подробно. Процесс, да, процесс, данный процесс, этого StreamWriter, не может получить доступ к нашему файлу. Понятно, что написано, да? Потому что уже используется другим процессом. Каким вопрос? Нашим читателям, назовем его читателем, да? Почему? Потому что тот еще до сих пор его использует. Чтобы нам освободить ресурсы, нам его нужно закрыть. Делается это так. Сейчас я попробую объяснить, что тут вообще происходит еще раз. Reader.close. Опять же, наша абстракция, да, вот этот вот тоннель, который между нашим файлом и нашей программой, по нему байты ходят, которые туда-обратно, там, если мы читаем, они к нам приходят, в наше приложение, если мы пишем, то они от нас туда идут, эти байты перезаписываются. И вот, когда мы читали, мы создали такой поток внутри потока, и наш тоннель был занят вот этим вот читателем. И поэтому, когда мы теперь пытаемся писать в него, наш поток уже занят. Нам нужно сначала его закрыть и потом уже писать. Давайте еще раз попробуем. Нельзя сразу сказать, чтобы он можно было читать и писать. Можно. Сейчас я все покажу. Пробуем. Закрыли. И все, у нас ошибки нет, видите? Что-нибудь произошло, как вы думаете? Там вообще что-то пусто стало. Вопрос, почему? Потому что он забрал данные. М? Потому что он забрал данные. Потому что у нас файл mod open. Давайте вспомним, что такое open. Потому что мы его только открываем. Нам нужно поменять на либо на append. Мы наш меняем на append. Append. И файл access меняем на... Да что там? Right. То есть мы его открываем и тип доступа меняем на... читать. Давайте вот это мы теперь уберем, нам это уже не нужно. По сути, мы хотим в наш файл один просто записать что-то. Вспомним, что у нас файл один, он у нас пустой. Запустим наше приложение. И у нас опять исключение. Почему? Потому что у нас используется другим процессом. А почему у нас используется другим процессом? Вроде же мы все закрыли. Может, я что-то не то написал? Конечно. Append. Может, read-write, конечно. И опять у нас исключение. А потому что write-only.
все правильно. Я сначала написал. Давайте попробуем create. Что-то я не понимаю. У всех такое происходит? В стримрайтере в скобках пишем, что стрим, я не буду писать. Когда мы создаем стримрайтер, мы плюс файл 1.txt. Не, он именно ругается на то, что к этому файлу уже именно не стримрайтер. Вот так вот. Да, что вот я делаю? Блин. Да. Я просто не тот параметр передал. Писать. Меняем обратно на append. Все поняли, в чем ошибка была? И все, вот у нас. Якобы он создал поток. Попытался туда что-то записать. И как вы думаете, он туда что-нибудь записал? Давайте проверим. Не, ничего не записало. Почему? Потому что наш поток надо закрыть. Вот мы записали наш файл. Поняли, что происходит? Кто-нибудь? Жень, что-нибудь понятно? Ну, вот эти вот вещи немножко тяжело объяснять, потому что еще не знать, что такое ООП, что такое классы, что такое наследование. Но я думаю, потом будет проще. Я просто хочу показать, что можно работать с файлами, используя языки программирования, что можно их создавать, можно в них писать, можно из них читать, можно делать все с ними, все что угодно. Так, что я еще не сказал? Чтение из файла, append открывает файл и создает новый. Создает файл, open or create, truncate. Да, ну, в принципе, про файлы все рассказал. Единственное, что я хочу вам показать, единственный такой помощник. Видите, да, мы создаем нашего писателя, делаем все операции, которые нам нужно, и нам нужно его закрыть. Если мы его не закроем, значит, у нас ничего не закроется, ничего не сохранится, да? И в большинстве случаев, даже по себе скажу, будете забывать писать там поток, точка, закрыть. Поэтому, чтобы такого избежать, придумали вот такую штуку, которая называется using. Using. Сейчас просто напишу. Вот эта конструкция using, она забирает на себя ответственность на то, чтобы все закрыть, как бы все почистить. И тогда уже в данном случае нам нужен поток точка закрыть, нам уже вызывать не надо. Давайте проверим. Видите, он написал hello. И мы даже не писали ничего там, поток, точка, закрыть. И последний момент про файлы.
Возможно, много чего непонятно, но с этим надо просто начать работать, чтобы понять, когда чего открывать, когда закрывать, какие режимы доступа. И вот файлы — это такая в общих чертах. И последний момент по работе с файлами — это папки. Нам же нужно еще и создавать папки, чтобы класть нам куда-то наши файлы. Создается это очень просто, опять же. Сейчас я это поменьше сделаю. directory.create directory. И мы передаем наш путь, какую папку мы хотим создать. Плюс название папки new folder. Проверим. Папка создалась. Когда нам это нужно использовать? Вот, например, у нас какая-нибудь система. И у нас есть пользователи, у каждого свой профиль, и каждый может загрузить, например, свои файлы. Да? Это для нашего пользователя, он просто загружает куда-то файлы, и все, а нам же их нужно где-то хранить. Для этого мы просто организуем наши файлы хранилища, и как только у нас новый пользователь появляется, мы для него создаем папочку на нашем серваке. Вот для чего нужно создавать, например, папки. Да? Чтобы удалить. directory.delete. Все, папка у нас удалилась. Вернемся назад немножко. Создадим обратно эту папку. И, например, перенесем файл наш один в эту папочку. Видим, да? Как вы думаете, если мы сейчас попробуем удалить нашу папку? Она удалится? По идее, должна, по идее, должна, да. Но для безопасности нам выдаст исключение. Попробуем. Ошибка. Видите? И если переводить на русский, то сообщение дословно. Нельзя удалить папку, потому что в папке что-то есть. Чтобы нам сказать «удаляй в любом случае», delete — это метод, да? Опять же, который перегружен. Есть там два метода. Один просто принимает строку, которая удаляет папку, а есть еще второй метод, который принимает boolean значение. Либо true, либо false. И если мы хотим удалить вообще все, что внутри, нам нужно передать true. Это значит, видите, тут окошечко всплывающее пришло, и написано bool рекурсия. Кто с рекурсией знаком? Ну, понимает, что такое, да? Он будет удалять до тех пор, пока не кончится файл внутри. Вот. И если мы передаем true, еще раз попробуем удалить, то у нас папка без проблем удалилась. Даже несмотря на то, что у нас там есть файлы. Давайте еще насоздаем папочек. Текст документ 1, текст документ 2, просто покажу, что еще можно сделать. Текст документ 3. Все насоздавали файл, да? Ну, папку вручную создавали? Я эти папки, да, вручную для скорости создал. Нет, вот new folder, который был. Вот эту папку я создал вручную. В ней создал три файла руками, еще создал одну папку. Понятно, да? И вот directory — это наш класс, который уже реализован за нас и который имеет кучу методов для работы с папками. Нам стоит только поставить точку, и мы уже все видим, что можно сделать с нашими папками. Как видите, мы только что использовали create directory, delete. Мы можем проверить
существует ли папка. Например, вместо, перед тем, как записать файл в нашу папку, мы можем проверить, а существует ли эта папка. И тогда мы делаем exists. Возвращает либо true, либо false. If directory.exists. И сюда передаем наш путь. То есть данный метод проверяет, существует ли папка у нас на сервере. Что еще мы сможем с папками сделать? Можем узнать дату ее создания. Можем узнать текущую. Можем узнать, какие папки, подпапки у нее есть. Можем узнать, какие файлы. Давайте, например, какие файлы у нее есть. Если мы наведем на этот метод, то мы видим, что он возвращает массив строк, да? Массив строк является названием файлов, которые у нас есть. Поэтому нам стоит просто передать сюда путь, по которому мы ищем. Да? Вроде как. Как мы назвали нашу папку? New folder. Зайдем в нее. И смотрите, нам метод вернул все файлы, которые находятся в этой папке. Норм? Понятно, для чего вообще файлы нужны, как нам с файлами работать, с папками. Ну, может быть, сразу же не напишите, потому что там синтаксис нужно знать. Понятно. Но на словах понятно. А дальше есть Google, в принципе. Если вы забыли, как, что такое файл access или read mode, просто гуглите и все. Я, конечно, сюда все выложу, вот то, что я писал, там append. Заучивать это не обязательно, если честно. Не так часто, например, я не так часто работаю с папками и с файлами. Поэтому, если мне нужно, я знаю, что мне нужно сделать. Если я забыл синтаксис, я просто в Google напишу, там, к MSDN-у. Тот, что такое MSDN, знаете? Это такая библиотека Microsoft, которая описывает все классы, да. Такая библиотека. Я просто туда обращусь, там, освежу память, как там, что использовать, и все. Это заучивать не обязательно. И последний момент про папки и про файлы. Вот у нас этот метод вернул все файлы, которые у нас находятся в этой папке. Но он нам как их вернул? Там диск C, два обратных слэша, тот и название файла. Что если мы хотим просто узнать файл, имя файла? То для этого нам нужно использовать, даже не помню, что нам нужно использовать, если по памяти, путь. Точка. Get file name. Да. Назовем его string. И мы, например, хотим узнать название файла без всего пути у первого элемента. Какое у нас имя должно быть? С расширением. Один текст, и давайте проверим. Один текст. Также вот этот файл, путь, класс, может нам вернуть просто расширение файла. Для чего нам это нужно? Например, работаем мы с картинками. И нам нужно узнать расширение картинки. Это JPEG, PNG, какие там еще есть. JPEG, PNG, GIF. Да, ну вот три самых распространенных. Это все же все равно разные картинки, с ними по-разному идет обработка. Поэтому нам нужен, например, string file extension. Ну, путь. Get extension. Думаю, мы сюда передаем dir нашего первого элемента. Что у нас получается? Первый файл в нашей папке содержит имя 1.txt,
А его расширение .txt. С расширениями знакомо, да? У каждого файла свое расширение. Вот, в принципе, про файлы и все. Глубоко заходить не надо, потому что если вдруг приспичит с ними работать, то все уже есть. И у нас остается 10 минут. Давайте прям быстро про исключения. И уже на следующем уроке будет самое интересное. Мы начнем изучать ООП. Потому что вот все эти три занятия я хотел вас погрузить вообще в язык. Показать, что он может делать, что не может. По сути, без ООП все, что мы прошли, не имеет смысла. Ну, папки создавать, да, конечно, можно. А так реально программу писать без объектно-ориентированного программирования мы не сможем. Не, конечно, сможем, если захотим. Но будет жутко неудобно. Все помнят такой пример, да? Все помнят, почему он ругается. Ну, потому что к нам из консоли приходит строка, да? Вспоминаем наше преобразование. Это я говорю вам, я вам показал, но забудьте про на данный момент. Там попозже вспомним. Преобразуем мы как? Помните, да? Integer.parse. Все просто. И тут, если нам пришло один строка, у нас получился один int. Пришло два строка, получилось два int, да? С типом данных int. А что, если нам написали какую-нибудь букву? Давайте попробуем. Проведем какую-нибудь операцию, например, integer. Сум самую простецкую равно нам плюс 5, плюс 6. И нам почитать то, что ввели, мы преобразовали в int, и потом провели операцию сложения. Изи. Проверим. Вот тут точку поставим. Введем, например, 3. Что у нас получилось? У нас получилось 9. А вот теперь давайте попробуем сломать наше приложение и введем что-нибудь. Видите, наше приложение упало. Конечно, нам, как разработчикам, это хорошо, когда приложение падает. Мы сразу же видим, что мы совершили ошибку. Но вот если у нашего пользователя, который пользуется нашим приложением, что-то падает, это не очень хорошо. Кто-нибудь был свидетелем, как лежат сайты? Ошибка 500. Нажимали кнопку, у вас там... Да, вот эта ошибка 500. 404 – это нормальная ошибка. Это значит, что пользователь сам дурак, на самом деле. Ну, не в обиду никому. Это значит, что вы просто ввели в адресной строке то, что не существует. Ты просто не должен там находиться. Да? Ну, давайте пример, например. Вот Хабр. Нет, что я тут читал? Вот. OpenAI, да? Я вам пример приводил. Я сюда что-нибудь пишу. Ну, я сам дурак. Я ввел то, что не нужно было вводить, поэтому мне выдал ошибку 404. Это нормально. Это просто нам сайт говорит, что то, что ты сейчас ввел, этого не существует. А вот ошибка 500, это значит, какие-то стрёмные разработчики допустили ошибку. И что я совершаю обычный процесс работы с приложением, и на мое приложение падает. Да? Мне же приложение не сказало, что я должен вводить что-то. Например, я мог ввести one, да? Поэтому нам нужно как-то наше... исключение. Вот то, что сейчас произошло, это исключение. Exception. Ошибка. Все то же самое. Нам нужно как-то обработать. Поэтому в программировании есть такая конструкция. Try. Catch. Что это значит? Try. Знаете, как переводится? Попробуй. Catch как переводится? Ну, подхвати, схвати, подцепи, да? Что здесь происходит? Мы говорим, попробуй выполнить то, что здесь. И если ты вдруг упадешь, подцепи исключение и просто выполни то, что здесь. Пробуем загнать это вот сюда.
А если у нас какая-то ошибка, мы просто напишем console.writeline. Чем напишем? Ну, ошибка, конечно, абстрактна слишком. Да, для скорости. Ну, понимаете, да? И теперь попробуем. Сейчас я console.readkey поставлю. А, ну я же по-русски написал. Ну, понятно, там написана ошибка. Понятна обработка исключений? То есть мы загоняем, говорим нашему коду, попробуй сначала выполнить здесь, и если ты не смог выполнить то, что мы тебе сказали здесь, переходи в другой блок. Можно написать еще раз catch. Можно? Нет, так нельзя. Странно, я думал, можно. Ни раз так не делал, думал, можно. Ну ладно. И второй момент, у нас есть еще блок finally. То есть вот такая вот у нас конструкция. Try, catch, finally. Что говорит эта конструкция? Попробуй сначала выполнить то, что здесь. Если ты здесь не сможешь выполнить, уходи сюда. Но в любом случае выполняй то, что здесь. Да? Попробуем. Нам в любом случае нужно, например, написать finish, что выполнение нашей программы закончено. Только если у нас ошибка, мы ему пишем error, а если все посчиталось, мы ему пишем console.writeline сумму. Понятно вообще, что здесь происходит? Да. Мы ему сначала просим сделать вот эту... Я не понимаю именно, что... Третья команда. Finally? Да. Это значит, независимо от того, получилось у тебя выполнить то, что здесь. Все. Смотри, мы ему говорим, выполни то, что здесь. Если у тебя получилось то, что выполнить, иди сюда. Если у тебя не получилось выполнить то, что здесь, иди сюда. Но потом иди сюда все равно. Мы этот finally можем убрать, если нам не нужно. Это я вам просто показал. То есть пишем ему 2, 3, получаем 10. 9, извините. И пишем program finished. Запустим и введем ему неверное какое-то значение числовое. Ошибка, программа закончена. Поняли, да? Так, время 8:57. Давайте я вам тогда пример покажу плохой, как делать не надо. И закончим. Попробуй найди. Во, то, что я вам хотел Нет, не то хотел показать. Вот видите, человек тут пытался что-то в try-catch загнать. Просто поленился обработать исключение. Если вы пишете try-catch, то нужно обязательно обрабатывать. Потому что что дальше нужно делать, если у меня... Его тоже. Да? Я вам, наверное, показывал. Человек просто не знал, будет ли этот код работать или нет. И поэтому загнался все в try-catch. И пишет комментарий. Я не знаю, для кого он это пишет. Мега-костыль. Почини, когда придет Евген. И вот он пишет try, выполняет код. А почему он загнал в try catch? Потому что он не уверен, выполнится он или нет. И пишет catch. Но нет, так нет.
Что нужно делать, если ошибка произошла? Ну, просто комментарий написал, но нет, так нет. Уж если падает, тогда уж пусть лучше падает, чем вот такие комментарии оставлять. Ну, это вот try-catch, обработка ошибок. Время 9. Давайте тогда готовьтесь к среде. В среду будет интересно.